пошел машины заниматься. Осторожно. Ваня, дробы. Пользуешься второй? А? Пользуешься второй? Ну, да, да, да. Все нормально? Да. Спасибо. Ваня, уже девушка? Нет. Снимали? Нет. Я только заснял ролик. Шнурок подходит ко всем тому и тому. Ну да, одинаково. Да. Ты пользуешься любой? Я. А у нас две таких. Да вот, нет, похожие, да? Нет, у меня поменьше. Я не больше знаю, но она все выпускает. Это неправда. Нет. Неправда. Нет, она у меня. Даже она не знает. Это неправда. Не смущайся. Ты тренируйся. Я же ее лично покупал. Полча, а? Это первая камера, которая... Я докажу, что я лучше могу. Понял? Батарейка есть. Батарейка есть. Не обижайся. Ну да. До конца. До конца заряжает, а потом вторая. Ну, если не заряжает, то есть глубоко. Ну, я понял. Все зашли, начинаем. Царю небесный, утешителю души истины, и жизни сей, и все исполняем сокровище благих. И жизни подателю приди вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, прибудь с нами. Дабы мы всегда пребывали в истине Твоей, Господи, и были верными дочерями и сынами Твоими. Тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Вот Иван, я сегодня уже, батюшка, подолгу прочитал, поэтому о болящих сразу разумею. Угу. Болящий, Ванечка наш выздоровел, да, говорит вот сейчас. А Тарасе еще болеет София. Это вот Татьяна Александровна, внучка, она попала под машину, кто не знает, и лежит в больнице сейчас, перелом таза у ней. Ну, Надя вот маленько попроведала, слава Богу. Николай еще продолжает болеть, хотя и пришел. Так, теперь... Да нет, не больной, так молитесь. Валентина, как ты? Ну так вроде бы. Надя. Остальные все же болящие. Ну, а братья Сергий из Воронежа, да. Его маме помните постоянно, несите его на крыльях Малейка. А что ты такой? Ну еще вот, Любовь Николаевна, подвиньтесь, будьте любезны. Еще Юля послала нам, чтобы молились за Игоря. Игорь сейчас путешествующий, и молитесь за него. Он только во вторник утром будет на месте. А вот это все время он едет на поезде. Юля просила. Да. Мы будем молиться. Он на месте где? Здесь или там? Там. На Луну он едет в специальном поезде. Так еще? Да. Всех благодарю за молитвы. Господь продвигает дела с оформлением. Племянник соглашается, мне доверенность прислать, чтобы его долю оформлять. И потом продавать дом. Помолитесь, пожалуйста. Слава Богу. Помоги, что вы так вышились. Ну так. Главное, что нашелся. Еще у кого есть слово? Да. Я благодарю всех, кто знал и молился о Тарасе. Он болел неделю, но он еще болеет. Пожалуйста, продолжайте молиться. Как-то персистирующая болезнь. Я молился, прихожу, он здесь сидит. Я говорю, ты болеющий или не болящий? Это опять болеет.
Помоги ему, Господи. Еще у кого слово есть? У батюшки. Батюшка, у батюшки слово есть. Ну, что вам сказать? Вы болеете, нет? Что сегодня вам поставил сказать? Помните ваше звание. И призвание. Призвание. Помните. А какое наше звание? Христиане. Нужно всегда это помнить. А не так, как у нас один брат собирается в город, я подхожу, а он, значит, рубаха на выпуск. Там это все. А что ты так, брат, есть? Ну, я еду с безбожником, все, поэтому я по-безбожному оделся так уже. Чтобы не узнали, что какое у меня звание. Понимаете, некоторые говорят сегодня, ну, уже пожилые говорят, а что? Да вот время такое было, не было церквей, не было там, и все. Но сегодня церквей наделали много. Но положение нисколько не изменилось, даже стало хуже еще. В духовном состоянии. Я на самом опыте говорю, какое было духовное состояние, допустим, прихожан, когда было в 70-х годах, я начинался, и какое сегодня. С какой верой тогда приходили в храм, и с какой сегодня. Разница большая. Какое отношение тогда было к церкви и к священнослужителям, и какое сегодня. Разница очень большая. И далеко сегодня просто как-то так себя поставили, что абсолютно никто. Если раньше я ехал просто в гражданской одежде и узнали, что священник, то было какое отношение. Благоговение просто у людей было какое-то. А сегодня в форме даже никто. Ну, может представить, какая-нибудь пьяная баба, исповедуй меня, батюшка. Благослови. Все, да, благослови. Там, или дай что-то, все. А так и никто, редко-редко кто подойдет серьезно, что-то там поэта, ну, совета спросить или вопрос какой-то решить, редко подойдет. То есть мы свое звание, как христиане, в мире, в глазах мирских, очень унизили и, ну, скажем, его совсем унизили, сильно унизили. То есть у нас люди не узнают христиан. Ну, обыкновенные люди, а какая разница? Идет христианка, та же, идет в брюках, та же вся накрашенная там и прочее, и на дискотеке бывает. Ну, какая это христианка? Все говорят, это наша, говорит, от подошвы ноги до темени головы, это наша. Вот. Не надо никогда забывать, что где бы мы ни были, об этом Иоанн Златоуст говорит, помните это, что вы не сын или дочь какого-то там корчевника, а вы сыновья и дочери небесного царя Христа. Вот. Да, конечно, у царевича было много слуг, и у нас слуг нисколько не меньше, чем у царевича. Наши слуги пророки, апостолы, святители, святые отцы. Это наши все воспитатели, почитатели, попечители наши. Вот. Только мы должны с верой к ним обращаться за помощью, чтобы по их молитвам Господь в нас веру укрепил. Какая была вера у женщины? Вы посмотрите, это представьте, что ей нельзя было даже к народу выходить, прикасаться к народу. За это могла потерпеть она. Вот, может быть, даже и до смерти быть. Прокаженным нельзя было прикасаться, только на расстоянии где-то они могли кричать. Сын Давидов, помилуй нас. Но она тайно пробралась и имела такую веру, что только бы мне прикоснуться, и я исцелею. Мы часто говорим, а я молилась, и вот ничего не получила. А, другие говорят, так значит и ничего и нету. И нет, и его нету тогда. Я просил, а он мне не дал. А ты что ему дала? А я что должна дать ему? Он должен мне давать, а не я ему. Так рассуждаю. Люди. Мы, христиане, должны не так рассуждать. Он дал нам все. Дал, говорит, мы читаем, когда в благодарственном акафисте, он дал нам все. И небо, и землю, и звезды на небе, и облака, и растения разные с ароматом и вкусом. Все дал нам это. Вот. Мы всем этим должны радоваться, наслаждаться, благодарить Бога за все его эти благодеяния к нам. А мы говорим, а что он нам дал? Он дал нам самый драгоценный дар, какой есть во Вселенной. Это веру дал нам Господь. Выше этого дара нет ничего. Представьте, ну, прикиньте, вот
нет веры, неверующий человек. Ну, как это? Да это, ну, даже как-то и представить невозможно. Как это так? Я не знаю, как бы я жил, если был бы неверующий. Да давно бы, наверное, спился бы или умер бы уже. Плохо же. Давно бы было. Вот так. Поэтому это звание, наше призвание нужно всегда помнить. Это сказал апостол Павел сегодня нам. Вот. Ну а так что сказать? Все у нас там в Потеряевке. Все говорят, снегом вас занесло, ничего подобного. Снегом нас не заносило никогда. Дорожку прочистил немножко от двери, отгреб сторонку только и всего. А так ничего. Дорога у нас, зимой даже у нас лучше дорога, чем летом. Да. Летом нужно выбирать, где там ехать, а зимой мы не выбираем. Просто едем, где ориентир, там огонек, говорит, прямо на огонек и едем. Где там что видать нам? Оттуда есть. Как прямая дорога. Нам летом, зимой всегда короче дорога и мягче. Даже упадешь в нее, она мягкая. Легче, лучше дорога зимой. А летом чуть дождь пройдет, там это колдымаги, там смотрит, номер ворвал, бампер оторвал. Там она, это нет ничего. Поэтому о нас не заботьтесь, нас снегом не заметет. Потому что у нас молитвенники есть, которые молятся и говорят, Господи, дай больше снега, чтобы больше было влаги в земле. Так его у нас валит, у вас нет. А? Наоборот, у нас валит, у вас нет. Вы им скажите, как место обозначить. Это как в лагере было. Летом дождь идет, сенокос, дождь идет и идет. Я говорю, ну что ж такое, дождь идет и идет дождь. Надо молиться, чтобы дождя не было. А лагерные ребятишки нам, батюшка, мы молимся каждый день, чтобы дождик был. Что ж вы делаете? А почему мы? А когда дождь, то мы тогда телевизор смотрим. Что ж вы делаете? У нас стены гниет, мы не можем собрать, а вы молитесь, чтобы дождь был все. Так, не молитесь, чтобы дождь. Хорошо, что выяснили. Ну, кто это делает как дождь? Дождик, так, говорит, мы телевизор смотрим. Работать-то нельзя, да? Так было, да, лагерное? Что вы в лагере? Бывало. Бывало, ну вот. Так, ко мне какие вопросы? Интересно спросить, кто сейчас о чем молится. Через неделю будете учить? А? Через две недели? Ну, через воскресенье. Ну, если помолимся все вместе, чтобы это было. Через воскресенье. Все, ничего нет, никаких ко мне вопросов. Я освещать давала. О, сейчас я вынесу, все готово, я на престоле. Сейчас я тебе принесу, дам. Хорошо, что напомнила. Вот замет. Ну все, тогда давайте решайте все вопросы. Наталья, на. Спасибо, Христос. Батюшка, тут вас не было, от Третьяковых сказали, тут появились сведения, ну, что Игорь едет на поезде, будет ехать еще долго, как до Луны пешком, в общем. Во вторник только приедет. Ну что же, едет. Ну узнали. Спасибо. Сохрани его Бог в пути, только и скажем. Сам он этого не просил и не желает, наверное, чтобы была молитва братьев и сестер. Юля звонила. Юля просила. Ну, кого просила, тебе молитесь. Батюшке она ничего не говорила. Но я буду молиться. Без совета. Я скажу вам опять, без совета ничего не будет без совета. Ты можешь принять, выслушать советы, можешь и не принять это. Но советы должны быть в каждом деле. Тем более такое важное дело, какое я знал, они затевают. Это очень важное дело. И делать его без совета с ближницами. Это, ну, я не знаю, так только, Господь, может быть, из милости своей как-то еще там благословит, а так оно не может состояться. Предприятие состоится при множестве советов. Так, и успех в войне, говорит, при советах. Советуется, как и что быть. А это нет, такое важное дело, переехать куда-то жить за тысячи километров и без совета. Ну, я не знаю, это как-то совсем никак. Не было. Без молитвы никто ну, не без был. Молитвы. Как-то на что-то можно было так даже и на меня, и на всех обидеться, чтобы вот так вот, я не знаю даже. Но сказал бы, я вот это то-то имею и то. У нас-то уходили из общины, некоторые мне писали объяснительно, батюшка, я вот потому-то и потому-то ухожу. Я благодарна всем, и я, то есть, душой, духом с вами, но по житейским обстоятельствам я там не могу быть там и прочее, все, понимаете, есть. А это как-то так, такого у нас не было еще. Даже первые тогда уходили, были, значит, два брата, Женя и Саша, как их это, фамилия-то были? Ой, забыл я. Ну и то они,
Нет, не Фурсов. А братья? Два брата были. Один постарше, другой помладше. Два брата. Один его Женя звали, а другого, кажется, Саша. Вот забыла, как он Гнегуляй. То они уходя, значит... Гилев. Вот, а? Гилев. Гилевый. А, Гилевый. Гилевый, Гилевый его брата, да, Гилевый. Вот. И они со мной побеседовали, все это, да, вот, ну, поставили. Я говорю, ну хорошо, если вы ищете более духовного, то Бог благословит вас, значит. Духовности у нас, значит, нет, вроде бы, ну давайте. Ну и попрощались, они ушли. Даже такое было. Но чтобы вот так, как это, у нас не было такого. Младший полностью веру потерял. Ни одного. Кто-то там высказывался, я потому-то не хочу здесь быть, там, обидел меня там, один там или другой, кто-то, вот из-за того я. Вот, да, поэтому. А так, чтобы молчком, а так уйти и где-то что-то это. Ну что, одно только. В молитвах не оставляйте. Нельзя оставлять молитвы. Наши брат и сестра это. В молитвах надо их всегда, значит, иметь на память. Угу. Вот так вот. Имейте на память. Чтобы Господь и сохранил, и дал им разумение, мудрости в их поступках. Вот. И чтобы не потеряли то, что. Имели они, хотя бы здесь, что имели, хотя бы это не потеряли. Приобрести ничего не приобретут, это стопроцентно. У нас никто, что ушел из общины, что приобрел что-то более духовное, я не знаю никого. Может быть, кто-то неведомо в тайне спасается где-то в горах, может быть. А так я, кого явно, не знаю никого, кто бы ушел и что бы было. Вот. Поэтому то, что имеют, чтобы они не потеряли то, что приобрели они здесь. Чтобы Господь укрепил их в этом хотя бы. Да. Еще какие вопросы там? Ничего нет. Ну давайте задайте, какие есть у вас. Разрешайте, какие вопросы есть. Знаете, что вам слово? Ну, первое место выношу о молитве. Я опять спрошу. Особенно мне хочется знать мнение пенсионеров. Вы совершенно свободны. Поднимите руку, кто молится семикратно в день? Вот один, один. Дальше я не вижу еще кто. Мы говорили, что такое семикратная молитва. Надежда Александровна, муха, она отпечатала это, попросила. Кому дать, что такое семикратная молитва в день? Так, Алевтине Пантелеевне, передайте. Так, еще кому дать? Валерий, вы только сами взяли и постарайтесь где-то отксерокопировать, и чтобы принесли хотя бы, ну, экземпляров по 3-4. Это немного, тут 3 листа или 4. Так. 3 листа. Да. Вот здесь просите вот еще. Так, кому? Ну, Ерёме, дайте. Ерёма, я... Нет. Будешь молиться? Нет, хотя бы один раз. Так, кому дать? Вот тут просите. Вы постарайтесь на следующем мне принесите хотя бы по 3-4 копии. Ну, сделает. У тебя есть? Да, есть. Дай, дай, дай. У меня тут бумажка лежала. Вот сейчас только батюшка говорил, я обычно прохожусь потому, что было говорено. Какая молитва? Ян Златоуст говорит об этом. Как у русских говорится, если до потолка молитва не доходит, а как она до самого престола Всевышнего дойдет? Ян Златоуст говорит так. Встречаются тебе ангелы, архангелы, когда молитва твоя возносится, и ты не останавливайся. Ты идешь к престолу Всевышнего, где триединый свет осияет тебя. Туда нужно идти. Молятся, просят, поехал куда-то, тяжело, помолились, приехал, ни слова нету. Бог сохранил, а мы здесь трудимся, молимся, притом... Ни пропуска не делаем, мы стараемся, пенсионеры мы. Да даже не ответили. Да кончилась командировка-то, а трудности были какие? На север. Машину с грузом ведет. Застыло все. Стал разогревать. Огонь обгорел весь. Приехал и обратно уже никакого звонка. А мы молимся, мы тащим его на себе. Вы знаете, когда молится человек, это не просто молитву сказать. Ты... Тащишь его на себе. Мне на неделю один священник написал. Я вот был у больного в больнице. Ну, тяжело больной. Ну, решили помолиться. Я его взял за руку. Вот пришел домой, у меня опустошение. Как, и я чувствую, у меня сила уходит и уходит.
Я говорю, Господь сказал это. Кто-то прикоснулся ко мне, я чувствовал, как сила изошла у Христа, которому вся вселенная подвластна. Ну, по человечеству он сказал. Понимаете, молиться это не просто так. Это вместе с ним восходить на ту Голгофу, в тот терний идти. Вот сидит человек, молится один, к нему подходит какой-то и дает золотое, это много. Ну, по-нашему сказать, допустим, 50 тысяч. Он ему дает, помолись обо мне. Да, ну, помолись, положил. И в эту ночь он видит сон, что этот человек сидит в терновнике. А терновник это не наш шиповник. Мы попадали где в терновник, вот такие вот шипы. И абсолютно невозможно повернуться. Поэтому бушмены, где там на юге, они скотину загоняют, рубят этот терновник, и из него делают ограды. Ни один лев, ни один тигр, никто не пройдет. Не пройдет. Она шкуру с него снимет. Они друг с другом сцепляются. Вот это терновый венок. Если ты стоишь, Златоуст говорит, ты позевываешь. Вот просто для себя возьмите. Кто сегодня позевал больше двух раз? А что особенного-то? Ну что сидишь-то? Позеваешь все время. Я вижу, кто позевает-то. А другой все время говорю, ногу не подгибай, вот так вот согнуть в колени ее. Ты знаешь, как учат стоять около знамени полкового, у мавзолея где? Никогда ни один ногу не подогнет, две ноги вместе и все. И святые говорят, как журавль ногу не поджимай. Что ты ослабляешь, что одну, то другую. Устал? Нас на вытяжку поставит Китай, как Петр Мамонов говорит. Я заранее уже говорю, учите китайский язык, будете добывать для Китая на наших вышках на нефть. Это говорит очень известный человек. Мне пишет один, молитвенник настоящий, в 6 лет ослеп полностью, Лютый Георгий Иннокентьевич, город Канск, слепой. И он послушал одну беседу на пленке, я беседовал с кем-то, ему дали послушать, он сразу говорит, а кто это? Он говорит, вот это отец Дмитрий Дудко, а это кто? Да это мирянин, Игнатий Лапкин из Барнаула. Он сразу сказал, он прав на меня, везите меня к нему. Совершенно слепой. Ни грамма у него, у него просто впадины, глаз нету. И он приехал. Раз приехал, а второй, третий раз без всех, без проводников приехал. Потом я у него был. И он мне задает вопрос. К вам сон подходит на молитве? И как вы с ним боретесь? Вы кто-нибудь задаете такой вопрос? Мало того, я в лагерь учил, когда позеваешь. Давайте, возьмите, руки вот так, позеваем. А, и все. Вот, смотри, он лагерный. И рукой. Ну, учитель хоть рукой прикрывать. Нет, стоит... Ты же не пингвин, раньше делали для окурок здесь такие, куда бросать, в виде пингвина рот разинут. Вот туда идут, люди окурки бросают. Как боретесь? И сам же отвечает, я так, стон иногда подходит, я уставший, то вот так вот зубы зажму, и никто не знает, что я внутри уже уставший был. Вы слышали? Его звать Георгий, он умер. Царство ему небесное. Он поехал к отцу Геннадию, когда послушал одно, писав себе, к отцу Геннадию, в Енисейск. И отец Геннадий мне писал, я беседовал на разные темы с ним и не нашел границ его знанию, незнанию. О чем бы ты ни заговорил, он знает. Я говорю, стали говорить, вот представьте, слепой, переплетает книги, строит дома, дом. Совершенно слепой, повторяю. И он службу знает, как я не знаю, знает батюшка так или нет. Всех святых я насчитывал, знаю. Я не знаю, какого числа. Он знает. По числам. Это не один, а 1173. И кроме того, он читает по азбуке Брайля. У него Евангелие подал ему читать Евангелие. Привез подарок. Он кверх ногами раз развернул ее и читает. Мало того, он знает, какие переводы. Острожская Библия другая. А где? У меня, говорит, тут лежат они. Я к нему ездил. Это нельзя даже понять, где... А службу он всю знает. Помогает священникам, стоит. Какая память у вас? Я говорю, ну стали говорить, а какой любимый поэт? Я говорю, у меня Семен Яковлевич. Он 24 года жил. Туберкулез, он умер. Я говорю, у него такая поэма «Христианка». Она большая. Он ее... Эту поэму считают наизусть. Я коснулся, я говорю, есть три стихотворения у Блока, и он их вычислил сразу. Понимаете, он говорит, я ни одной беседы не пропустил, когда были объявления, что с верующими диспут где-то, слепой, ведите меня где, в каком месте идет. Он оставил пример.
Кто встречался с ним? Никого нету. Ну, в Красноярском крае-то там подряд все знают. Вот так. Иногда говорят, вот вы молились, вот на днях нам просили молиться, и тут же ответ дает. Господь услышал, услышал, благодарим. А как вы узнали? Ничего я не знаю. Повторяю, у меня не дано этого знания. Я знаю, что надо усиленно взывать к Богу. И Господь слышит. Вот выходит на меня человек, кто чемпион мира по кикбоксингу. Это такая опасная игра. Он закончил семинарию, теперь учится в Румынии, изучает язык. Ну, столкнулись на одной теме о службе в армии. Я говорю, верующим там не надо быть убивать. Ну как же, родину защищать? Не надо, я говорю, Николай, не надо это. Ну как не надо, надо. Леонов. А в это время Майдан. А он на стороне этого Донбасса. Вычислили, машина их едет. С вертолета ракетой прямо в автобус. Я еще еду туда, в Португалию. В это время меня уже скинули, что убили Николая. А как вы знали, что он умрет? А я ему сказал, ты не доживешь до 50. Я повторяю, я ничего не знаю. Я не Вольф Григорьевич Мессинг. Убийства мне не открыты. И притом это не один раз. Вот только на этой неделе такое же опять было. А как вы это узнали? Повторяю, я ничего не знаю. Но я каждый день молюсь, перечисляю всех пророков. Там 25, допустим, человек, начиная Илья, Елисей. И молюсь, Господи, исполни духом пророческим церковь Твою. Дабы день прихода Твоего, нашего отшествия, не застал нас не готовыми. Но чтобы мы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными Илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Дела не спасают, они вера спасает, подтвержденная делами в Духе Святом и с любовью. Всегда добавляйте, иначе вас сразу же толкнут. Добрые дела-то, которые делают, вы думаете, они все обрают? Там в аду их много таких. Там и коммунисты, и фашисты, которые спасали других людей. Это нам только говорили. А сейчас открывается, мы видим, сколько людей добрых во враждебном классе, клане. Я на неделе написал такое обращение ко всем в интернете. Сделайте мне запись, короткую, там, ну, минуты на три. И назвал 12 мест. В храме Христа Спасителя, когда причащаются, а потом обведите вокруг. И вот торговлю покажите. И далее. Где служил Александр Мень? Где Дмитрий Дудко служил? Отец Глеб? Где Зоя Крахмальникова молилась? Я перечислил где. Кочетков, отец Григорий, где на русском языке полностью все у них там есть. Где Александр Борисов, с которым они вместе. Ну, 12 назвал пунктов где-то. И уже начали присылать. И первое сняли дважды. Я сказал, это не пойдет, не очень. Тайное записать. За деньги можно снимать, а денег нет, снимать нельзя. Значит, речь не о съемке идет, а о Мамоне Вильзевуловиче. У него есть название полное. Не оскорбляйте просто Мамона. Мамона Вильзевуловича, ну, ласку любую. Но сразу глаза открываются, кто это такой. И подошли они в храме Христа Спасителя и тайно снимают. И спрашивают, а цены какие? Цен нет у нас добровольное пожертвование. Ну, написано, там свечка 50 рублей, 500, там разные. А он спрашивает, а она-то не видит, что съемка идет. А скажите, я могу пожертвование-то меньше сделать это, чем указано-то здесь? За то, что у вас лежат иконы где-то? Нет. Это только к настоятелю. То есть все обман, фальшь. Вы знаете, Христос выгнал, менял. Деньги меняли. Я молюсь, все время молюсь, и вот 56 лет Библию в руках держу, и каждый день мне такое впечатление, что я еще ее в руки не брал даже. Те же самые стихи, я их знаю наизусть, назову главу стих, но еще Господь показывает. Просто меняй деньги. Нужно было те деньги, которые нужны, не другие. Это, ну, это валютный где-то банк. Доллар обменивает, там тугрики. Менялось сегодня в церковное. Я прошу найти храм, где вообще торговли нет. Нету. В церковной ограде нигде. Вынесли там канон такой, в церковной ограде не торговать этим. Пока нигде не услышал. И те люди, которые от нас ушли, они куда пошли? Они погрузились именно вот сюда, там, где Мамона главный пир дает. Вот сегодня бы сейчас кто-то, власти бы вызвали, ну, как раньше, при Сталине было. Если в церкви будет хоть одна торговая точка, сегодня же расстреляют тебя. Поверьте, убрали бы, но и закрыли приход, ничего не будет.
Мы испытали это. Если мамона Вельзевуловича попросят из храма, священнику делать нечего. А Господь говорит, не можете служить Богу и мамоне. Они говорят, а мы Бога не знаем, только мамоне служим. Делами говорят, они так не говорят. Но вот суть-то в этом. Меня вызывают сделать печь для проспорни в Красноярский город. Знакомый священник, отец Александр Бурдин, болящий, о нем помолитесь. Я делаю Юлю и Надежду, церковных продавцов, он дал мне в помощники. А размешивают глину, а я кладу печку и попутно им рассказываю. Торговать нельзя, Бог изгнал продающих и покупающих. Они ревностные. Юлия и Надежда. А в это время большая жалоба на отца Геннадия Фаста, Венесельского, туда он выехал, его нету здесь. Я с ним поговорил, он говорит, хорошо, мы это постараемся вынести. Ну, куда он вынесет, я не знаю. Он приходит, приезжает, а я уехал уже, печь сделал, сдал, приняли. Началась служба. Вот, заметьте, служба идет, как всегда, за дубовыми иконостасами, там они священники свое говорят, здесь свое идет. И он чувствует, что-то не то. А что там тишина-то такая? Здесь никого нет. Он выгнал, а народ-то весь схнул сзади. А что такое? Не знаю. Он говорит, ну-ка сходи, узнай, служка там, кто там у него. Тот пошел, сразу быстро вернулся, да, за священным-то ящиком никого нет. Отец Александр, как нет? А Надежда с Юлей где? Он говорит, они в другом туда предел, где они там стоят. А ну зовите их сюда. Народ не идет, они пришли не молиться, им надо откупиться от Бога. Бог не может жить без свечки нашей вонючей, она не восковая. Жертва чистая Богу, 50-й псалом читаем. Что дальше идет? Он им и говорит, что же вы не, это, беспорядок-то устроили? Батюшка, мы ничего не устраивали, нам даже разговаривать сказали нельзя, вот так палец. Это кто вас так научил? Игнатий, наверное? Ну а больше-то некуда, а где они бациллу-то эту подхватили-то? Вирус. Я сказал, я буду выносить их. Сегодня поторгуйте. Игнатий сказал, что сегодня не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что он родите. Господь ангела пошлет и может поразить вас прямо здесь, за торговой точкой. И они отошли. Они мгновенно сделали, он ко мне очень расположен. Из-за матушки. А матушка-то души просто не чаяла, это он сам говорит у нас. Он возненавидел меня. И такие же показания дал. Уже на суде его допрашивали, а меня в это время подобрали к рукам. Добрый. Меня готовят уже уневестить Христу, хотели полностью, чтобы было. Всю мирскую суету от меня Господь убрал, меня увезли, я теперь на обеспечении, ну, как президент. И он дает показания такие. Он мне, Игнатий, письма писал, я их все в мусорный ящик. А матушка моя Анна, она души в них не чает. Так и получилось. Я вам рассказываю о торговле. Сегодня, если закрыть, торговли не будет. А на что жить? Десятину святую возненавидели. И поэтому, ну, жить-то надо действительно. Вот я знаю, за границей у них там, ну, маленькие приходы. Священник на 3 прихода, допустим, где-то один. А свободное время у него есть, он работает. Вот епископ, тогда он был просто священник, Александр Миллиант. Он не где-то работал, а в НАСА. Что такое НАСА? Ну-ка. Вон, Надюшка сказала уже. Космические корабли запускают. Да. О, то вы ты что? Национальное космическое агентство американское. Он работал там, работал. Меня привезли к нему, он показали, у него типография маленькая как. Я был, это в Лос-Анджелесе. И они работают на где-то в мирских работах. Или, ну, такую работу берут, где в любой момент к умирающему его вызывают. Он уже начальнику сказал, меня если вызываете, докладываться не буду, я ухожу. Ну, через 3 вернусь, похоронил, я дальше продолжаю работать. Я это видел у баптистов в Латвии. То есть выход есть, если маленькая зарплата, иди работай. Маленькая зарплата, значит, ну, зарплата там или что там, как идет. Я говорю о мамоне. Теперь о молитве семикратной. Начинайте, иначе будет некогда молиться. По нашим делам мира не ждать не приходится. Хотя Господь обещал всей земле сгореть в огне. С чем мы предстанем? Вы молитесь, Господь говорит, а я не слышу вас. Удалите от рук ваших беззаконие ваши. И дальше Бог перечисляет. Как вы субботу всю испортили. Как вы вдов не принимаете. Как вы сирот презираете. И все остальное.
Представьте, евреи, я попутал, чтобы развить вашу память еще. Неемия пишет об этом, Езра, первое послание. Возвращаются из плена, все были пленники, но еврей остается евреем. Они возвращаются, есть нечего, а у него с собой где-то сохранил, зашил, он дает. И тогда пришли люди, строить надо стены, враги. Они говорят, как мы можем строить? Мы уже заложили земли свои, которые нам принадлежали. У нас уже ничего нету. Теперь мы закладываем дочерей и сыновей, продаем. Евреям, посторонним ход. Еврею, еврею уже берет плен. И тогда я призвал их. Я рвал им волосы на голове и бороде. Я бил их, говорит. Сегодня же отпустите. Что вы делаете? Бог нас вывел из плена. И вы теперь здесь хуже тех язычников, там хоть какие-то нормы были, там 12-17% за ипотеку, там рабами делают. Ипотека — это рабство иудейское. Зачем вы туда лезете? Я жизнь закончил, в долгу не был ни одной минуты, ни одного рубля. Я поехал сюда, в Варнаул учиться, мне отец дал 3 рубля. 3 рубля в деревне деньги. 2,30 на билет, 70 копеек. На 70 копеек я должен теперь поступить в институт и пробиться месяц и сдать только, чтобы ни одной тройки не было. Если хоть тройка, стипендии тогда не давали. Вот как Бог делает. И что? Мои глаза бегают. Где? Что? Я ничего не знаю. Подошва оторвалась. Я не знаю. У меня ничего нету. Я подошел к этому. Сколько стоит? Там двое сидят, там разговаривают. Сапожная мастерская-то. А потом он загнул, я таких денег и не знал, там рублей 5 или что. И я на одном ботинке пошел, или сапоге, не знаю, что у меня было, пошел домой. Он видит, что с меня нельзя. Он тогда запулил меня вслед. Иди ты. Я скорее взял добежать. Я пошел на вокзал. Люди из вагона выходят. Женщина с двумя чемоданами. Я могу понести, она боится меня. Не бойся, бабушка или тетя, я верующий. Уже на обед. Я на квартире живу, делаю уроки и смотрю, хозяйка пошла за водой. Я босиком выскакиваю, тетя Поля, дай мне ведра. Я знаю, где помидоры растут, а может хоть помидор мне даст. Нас 10 в семье, отец инвалид войны. Не попрошайничал нас отец никогда, никакого валютного фонда ему никто не собирал. Ни копейки, этого не было. Но отец еще и зарок давал. Если пропасу, и потери никакой не будет, волк там не задерет. Половина барана тут беспризорной бабушки. Я им отдам половину. И мы эту половину растаскивали мясо, как я помню, батюшка, может, еще и не захватил это, их бабушек-то тех не было. Вот как. Это что означает молитва? Он молится, чтобы благополучно отпасти. И кто-то поддерживает молитвы отца, который мог и выпить, а он это боялся. Я Богу обещал, я не могу отменить. Он эти слова не говорит, но он твердо держал свое слово и кое-чему нас научил. И вот меняло эти, деньги меняют, они променяли жизнь вечную на мамону. Вот мне что открылось на неделе. Меняло это они, ну, лгут, во-первых. Добровольное пожертвование, то есть сколько, рубль дам или копейку дам, добровольно. Добровольное, советская власть на добровольное пожертвование налога не кладет. Нет такого налога. Сегодня дали, завтра нет. Какой налог? А иногда сунут в карман, когда я не знаю, прихожу дома, он определил. Я должен пойти теперь зафиксировать, и чтобы дали. За добровольное пожертвование во всем мире никто не берет. Это мне в рот положили. Я пряник жевал, и все. Дальше. Я высчитал давно уже, много лет назад, то, что мне не открыто. Открыл мне это Феофан Затворник. Благодать. Он говорит, благодать трех видов. Запомните их. Благодать трех видов. Первая – призывающая. Вторая – обращающая. Третья – освящающая. И объяснения нет. Я тогда стал сам искать у святых отцов, все это нашел. Там добротолюбие где. Призывающая благодать – это проповедь. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Господь при дверях. Спешите, иначе опоздаете. Бегите на поприще. Один получает награду. То есть призвать ко Христу, любящему, умершему за наши грехи. Пролившего кровь причиста на Голгофском кресте. Вот это призывающее. Была ли она в апостольской церкви? А другой не был. Один праздник был, Богоявление. Они не распылялись на разные покровы. Один. Годовой. И все ходили до единого. 8-4 Деяния апостолов. А рассеявшиеся ходили, не прятались, а благовествовали. Не в пустыне бежали, как старообрядцы там от царя прятались. А их казнили больше, чем в России. И ни один не спрятался. Эти спрятались, старообрядцы, 362 года. Ни одного проповедника, ни одного миссионера.
как отделились от церкви. 362 года в этом году исполняется. Бог поразил, как будто отбито все. Между собой только грызутся за указку там дирижировать. Нету. Вся проповедь одна. Ты еретик, переходи к нам. Все до едной еретики на земле. И православные, все автокефальные церкви, все одни. А сами разбились на 50 с лишним толков, друг друга не признающих. То есть Бог поражает. И поражу, говорит, бешенством и коня, и всадника. Призывающая. Где она сегодня есть? У еретиков и сектантов. И самая большая она была развита у так называемых свидетелей Иеговы. Где они их закрыли? Закрыли. Отобрали у них эти залы царства, там прекрасные такие здания были. Государство этим не разбогатело. Да разве это борьба? Где это? Христос говорил, что это, чтобы так делать-то. Если Богу это угодно, Он нам поможет. Обратятся эти язычники. А как Григорий Чудотворец. Послали в город, как он приехал, и потом, уходя на другое место, и говорит, я приехал сюда. В городе было только 18 христиан. Первая община. Сейчас я оставляю кафедру, ухожу. Теперь во всем городе только 18 язычников. Григорий Чудотворец. Это не богослов, и Григорий там около десятка. Вот так. Мы пришли сюда. Теперь за эти годы кого ты привел в общину? Хотя звать у нас запрещается. Но ты так показал бы, чтобы человек заинтересовался. У нас ведь ни день, ни два уходят люди-то. Вот батюшка сказал, как прощается. Я помню, мы у Татьяны Буряк молились, Буряковой. Или как это? Бурьяков. Бурьяков, да. Вот. И пришел Игорь Муравлев. Он уходил и принес от жены слово и от себя. Я благодарю, сколько я получил здесь, по такой причине я ухожу. Прямо здесь же, а у нас там ничего больше не было. Отмолились потихоньку, вышли, подвое, как учил товарищ Ленин, на следующей площадке побрось. Это частный был дом. Так, второе, значит, это зависит от нас. Но слово бывает сказанное. Вот я как-то беседовал с Александром Менем. Я говорю, дали бы священникам говорить там по радио. Да хорошо, что не дают. Такого петуха, говорит, еще дали бы. Они что будут проповедовать-то? Мы уходим, священник проповеди не говорит и кричит. Братья, сестры, не забывайте там, поминальники подавайте там, то другое, свечки покупайте прямо здесь. А какая-то чистые восковые свечи, вот сходишь как к Покровскому собору у нас, она там продавала, узнали, сказали, сразу священники выяснили, не берите, это неблагословенное, то есть восковая, спасики, неблагословенное. А у него красное, синее там набитое, там вот столько еще своруют агары, это все благословенное. То есть совершенно сивки на глаза надо иметь, это лошадиное, чтобы не понимать, что ты обманщик. Второе, это обращающая благодать. От тебя зависит. И обращение к Богу прямо пропорционально предыдущей жизни твоей. Чистое сердце, оно быстро открывает сердце, а тот упирается, держит. Ну неужели нельзя даже один раз в неделю выпить? Там? Неужели там один раз нельзя уколоться за год? Он торгуется здесь. А когда человек жил в миру, монашеский образ жизни, ему только сказали, он сразу принимает. Благодать обращающая – это благодать от Бога. И там от Бога. И третье – благодать освящающая. Это церковь, это священство, это таинство. Что мы видим у первых христиан? Это все было. Отделенных, не имеющих рукоположения, в первом веке мы не встречаем. Где-то в третьем веке у них не было. Епископ голова. И стали у них секты, это называлось безголовые. Не надо думать, что они, как Маяковский писал, зашел с заседания на свидание, сидят безголовые. Не так. Теперь вот эта благодать, она действует из священства. Меня спрашивали на занятиях, как вы думаете, вот баптисты пришли к нам на занятия в университеты. У нас вот наркоман покаялся, те говорят там-то, тот-то. Это что, сами по себе люди приходят или от Бога? Я говорю, они признали Христа Господом? Да, признали. Я открою место Коринфянам. Никто не может назвать Господа, как только Духом Святым. Это Дух Святой побудил их. И чудеса, которые через них исцеление, от Бога. Но первая ступенька, они дальше не идут и все теряют. Это от Бога. И сегодня они имеют благодать.
все сектанты, призывающие и обращающие, а освящающие нет, епископат потеряли. Православные не обращают и не знают. Вы не думали когда, почему так? Только убедился священник. Священник, Андрей Куря, я даже, хотя издавал вот, симфонию на жития святых, а он подвел итог. Вот все книги у него есть. Он здесь был, приезжал в этом вот доме. И вот он говорит, канонизировали, посмотрите, за 2000 лет ни одного мирянина не канонизировали. Ну представь себе, человек работает учителем, учит правильно, дети послушный мужу, там жена. Ну почему было ее не канонизировать, когда пример дала? Нету, только если он мучим был где-то, исповедник, тогда да, или князь, это мирские. А все остальное царство монахов, когда они главные виновники, это канонизируют так. А что нужно делать? Объединить. Не с баптистами объединиться, а чтобы они имели священство. Нам не баптисты нужны здесь, а вернуть проповедь, и тогда будет обращение. А может это быть? Вот меня игумен Кирилл здесь был, Сахаров, и спрашивал, возможно ли все-таки соединение со старообрядчеством? Вот он по старообрядчеству служит. Я говорю, отец Кирилл, 0,001% даже нету. И никогда. Он все по ним делает. Ему даже митрополит Корнеев благодарственный за 300 лет первую благодарность Никоньянину. И все равно ты для них... Как ты не помогай евреям, ты не чистопородный. 1000 евреев спас, но ты для него гой. Они для тебя в аллее одно дерево посадят, даже как для Соловьева Владимира Сергеевича. Но для них он такой же гой. То есть, ну это не второразрядно, а никакой, то есть из этого лагеря. Они будут ценить, тебе заплатят, тебе помогут. Но внести тебя в чистопородных, как у арийцев, этого не может быть. Я попутно кое-что вам это хочу сказать. Вот просто давайте чистую арийскую расу. Это главный Гиммлер, Генрих, занимался этим. И что? И оказалось, что переловили евреев-то, подушили. А в армии-то вплоть до генерала евреи. А евреи там 25% еврейской крови. Бабка была еврейка-то. Уволить всех. Убрать. Те говорят, как? В Первую мировую мы кровь проливали за это государство. И за тогда уже Гитлер за одного... походатайствовал, примите его, исключение сделайте. Но Гиммлер сказал, все-таки в число аристов, мы его не занесем. Может, по своему учению он и прав, но понимаете, я вам показываю так. У нас, если вот из сектанта кто-то приходит, и он, все равно у него что-то остается, это любовь к Библии, к проповеди. И если что-то не так, его сразу, ну, баптист, сектант. Я говорю не о ком-то, а те, которые пришли в моем доме, стали православными батюшками, их из других легко выделить. Они не пьяницы. Они чистый образ жизни, который оттуда получили, здесь. Но только где-то маленько он не по сегодняшнему православию, сразу его ткнут, сектант. Господь сказал, и мы считаем в Матфея 10:17, «Остерегайтесь людей». Шторки закрывайте, вот видите как, вот посмотри, вот у нас сделано тюль, там тюль, потом вот здесь сделан, дальше, сверху тюли, вот так, что-то такое вот, маленький, вот до сих пор, а теперь полностью все закрывает, благослови Господи, любовь, Яговитина, кажется ее было, благодари Бога, закройся, я не говорил об этом, газета «Гудок», это железнодорожная газета, вообще российская газета. И там статья была «Упырь». В городе стали утром находить целое семейство убитые. Одно, второе, третье, десятое. Вызвали воинские части, перекрыли все на ночь. Не могут поймать, наконец поймали. И человек без ножа все уничтожал. Стали спрашивать, а как ты узнал, кто в семье? А вечером от шторки открыты, я видел, кто... Первым делом проникал, кирпич в руке, кирпичом размажил голову хозяина, а остальных дальше легче всего. У меня близкий мой знакомый, в моем доме он пришел к Богу, стал священником, стал иеромонахом. А я открываю осторожно. Кто? Нет. Ну иди к окну, я посмотрю. Один ты, нет. Наружу наблюдение еще. Я живу, Игнатий боится. Боюсь, так написано, остерегайтесь людей. Приезжает человек... Ему Кришна повелевает, убей его.
И он его бьет. 3 часа ночи придет, постучится, и он ему откроет, не боится. Сегодня уже мы знаем, зачем он открыл. Он ему заостренным электродом сразу ударил в горло. И перочинным ножиком отрезал голову, зашел в алтарь вокруг престола и обошел кровью все кап и добросил. Кто это погиб? Геннадий Яковлев. Геннадий Михайлович. В дальнейшем отец Григорий. В моем доме обратился он, пришел. А если бы он это не открыл, не сделал в 3 часа ночи? Я говорю, вот и ездите, это же опасно, туда-сюда на самолете. А какая разница? Да большая разница. Это я сижу за стенами, или ты под облаками летишь? Все спрашивают. Авария на машине, на поезде, на самолете, на пароходе. Разница. На машине бывает, кто-то перевернулся, там, вот, разбился Евдокимов, жена живая. Баварина разбился, жена живая. Удивительное живущее существо, женщина. Самое, говорит, прожорливое, самое живущее. Разбились в дребезги, а они как стеклышко. Отец Михаил погиб, матушка живая. Живая, да. Да, ну это я говорю. Был не пристегнут. Так вот, во-первых, отбирать не надо было свидетелей Иеговы, ничего, а только молиться о них. Я их знаю, это хорошие люди, я с ними сидел в лагере. И государству там никто не помог. Все сегодня под Дворкина играют. И за это придется дорого и много крови хлебать нам. Это было в дороге, когда мы были, и нас задержали. А когда узнали, что мы православные, да у нас бумаги, они с нами с уголовного розыска фотографируются, я вахнул, это моря крови нас ждут. Да что же это такое-то? Люди неверующие нам дают льготу, и сразу вот в библиотеку, она вот здесь, и нам дорогу благословляет. И мы все засняли это. Вначале с них кончат с нами, потому что когда уже никого не будет, а подряд начнут собирать нас. Мне сегодня скинули, я попутно скажу. Вы говорите, что антихрист сядет в храме. Он во всех храмах сядет. Блаженный Феофилак говорит так. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава. Правильно? Но в Священном Писании говорится в храме. Храм это один, а в храмах это уже все храмы от него пойдут. Но не надо говорить, что одно из событий мирового значения, восстановление храма Соломона, где Аякс теперь там, это, мечеть, сметут все это. Пожалуйста, тихо. И будет там храм, и он там сядет. А здесь как изображение его будет в других храмах. И главное, храм души, о чем Андрей Кесарик, подокийский архиепископ, говорит. Так. Вот сегодня надо было бы составить маленькую экскурсию. У нас давно нет Лены Сокольской. Я спрашиваю Валерия, отца ее нету. Надо сегодня посетить ее. Я предлагаю Татьяну Капустину, Людмила Степановна, где она? Где-то она. Она придет. Здесь она. И поедет кто там, Володя или кто, после занятий, когда побудем. И постарайтесь все заснять. И нет у нас Михаила Петровича Коряковцева, уже 2 недели нету, болеет, видимо. Надо посетить. Точно так же этой группой посетить его. Окажите любовь. Они, мы не знаем, где они будут, но они сегодня у нас числятся брат и сестра. Вот прошлую неделю он сказал, я лечу, схожу в больницу. И ну, нету, вот прям... узнать надо, может помощь какая-то нужна или что-то. Так. Согласны или нет? Кто на машине повезет? Сергей Павлович? Валера на машине. А Сергей не на машине? Я не пойму, что? Вы с Валерой. Валера. Отлично. Валера. Отлично. Так. Вот смотрите. Я еще свои размышления вам даю. Хоть затяну немножко. Вот смотрите как. Вот у нас стоят люди, ничего не понимают. Потеряевки ко мне подходят, молодые братья, и говорят, вот прихожу, знаю, надо считать то другое. Пешка. А про детей спрашивать не надо. Ну почему не на русском языке? Ну почему это все на церковно-японском, на церковно-китайском-то? Мы же не. Люди-то не понимают. Надо учить. Иностранные языки учат специально. И там говорят на иностранном. Это язык близко к нам. Некоторые слова, которые там потребляются, они у нас. И в животе своем узрим свет. Ну, что ты в животе увидишь, кроме кишок и переедания? Да еще пробьется нет через толстый слой жира в животе моем. Игнат Тихонович,
Сейчас я показываю, закончу. Вы плохо думаете о молодежи. Они знают церковнославянский. Они мне вчера двое сказали, мы знаем в совершенстве церковнославянский. Подходи к нам, мы тебе будем все говорить. Так, я могу назвать их я вам не, потом. Не надо назвать. Сохрани. Вот, заметь. Вот таких людей великих, так, которые знают церковнославянский. Я нахожусь в Армандо. В это время, то вы знаете там, Сонар, брат Никита, Виктор Александрович, до крещения. Я говорю, а что же так это, книги-то наши там, я мои книги там были. Никто не берет. Они задвинули, и даже ни одной книги не видать, она в углу где-то там, это, в другом помещении-то. А тут по-славянски священник один зашел, набрал там ладом, что надо есть. Я говорю, а почему вот вы священник? А почему? Так а мы знаем язык. Я говорю, вы дома как с женой разговариваете? На церковнославянском. С женой дома, на церковнославянском. Да ты мимо ее пройдешь, не узнаешь, что ты жена, еще она хочет. Я говорю, давай за мной переводи, 4 предложения. Давай. Я так говорю. Я решил попроведать магазин Армандо. Магазин не знает как. Ну, ладно, магазин. Так. И я стал спускаться вниз по ступенькам, но у меня развязался ботинок, и я наступил на шнурок. И расквасил упрямый поповский нос. Он глазами хлопает, ничего не может. Ну скажи жене, что с тобой случилось? Переведи. Нет, так зачем ты меня сейчас обманывал? Ты его знаешь. Я специально занимался языком этим. Книги переводил с церковнославянского. Но родными, близкими... Почему? Церковь-то считает гнусаво, считает не понимаю, ударение делает не там. Вот я слышу, у нас даже батюшка говорит, архиепископа Константина Польского. Где он польского Константина нашел? Константинопольского, ударение на вон, Константина Польского, записано все. Переселил его из Константинополя в Варшаву. Да, батюшка постоянно этим грешит. Вы все равно догадались, о чем говорить. Ну, конечно. Мы знаем, что это не Константин. И не в Польше он. Я подбираюсь к тому, что это означает. Понимаете как? В мире надо искать тех, которые расположены к Богу, найти их. Вот сектанты этим занимаются. Православные без этих двух перешли в третью ступень на богослужение. У нас служба-то вся божественная. А на земли-то почти не хватает. А только что, помилуй меня, в Богородицу славят честнейшую херувим, прочистили честнейшую херувим, каждому припеву честнейшую херувим. А зачем? Это напугал Несторий. Они с испугу все еще тут мучаются. Батюшка начинает себя, вот, он не может, я не имею ничего, раз положено. Вот, он начинает демонстративно здесь иконы целовать, идет одну, другую, зачем? Доказать, что он не еретик. Это постановление 7-го Вселенского собора. Напугал их Лев и Саврянин. И где вот начинают там, даже молитву «Отче наш», и туда добавили слова, написано «Не прибавляй, чтобы не оказался лжецом, и Бог обличит тебя во имя Отца и Сына и Святого». Читай по порядку. Батюшка читает. Избави от лукавого, а потом, ибо твое есть царство, он не считает так, ибо твое есть царство Отца и Сына и Святого Духа. Я говорю, зачем прибавляешь, где прибавляю? Ну нет этих слов, открой. Два варианта, 6-9 мы считаем у Матфея и Луки считаем, там нет этих слов Отца и Сына и Святого Духа. Их нету, и ты все время считаешь, добавляешь, не боишься 30 главы 5-6 стиха к притче Соломона. Бог говорит, не прибавляй, чтобы я не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Неважно где, но я хочу лучше сделать. Саул хотел лучше. Ему было повеление смешать с грязью быков, коров, все уничтожить. И когда Самуил пришел, все сделал? Все сделал. А что это за мучение? Да это я оставил Богу жертву. Богу жертву. Да в другом месте нашли бы. Бог раскаялся, что поставил тебя. Ныне он отнял от тебя царство. Священники этого не понимают. Но я же... А ты попробуй считать без этих. Тебя никто искать не будет здесь. Никто и не знает. Мы тут в закутке сидим. Просчитай один раз. Мы дома не добавляем, ибо твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Христос учит. Ученики просили. Молитва, молитва, и ее исказили. Я не добавляю ничего. В каждом храме православия добавка идет. Лжецы. Все до одного до епископа, все лжецы. Согласно притче Соломона, 30 глава, 5 стих. Я не говорю, что без этого, с этими словами не спасусь. Ну, не положено. Зачем тебе добавлять-то? Я знаю, главное, что так, но у меня написано в книге так надо. Но... В Евангелии написано, не прибавляйте. У меня заметьте, в книге так написано. Но... Вот это и есть. Я знаю, что здесь не надо. У нас епископ здесь был когда. Его спросили, что важнее, то, что сейчас епископ говорит, или то, что собор епископов сказали. Он говорит, конечно, что сегодняшний говорит. Это наш епископ, который с нами был.
Это все напечатано. И поэтому, что лучше? Да Евангелие-то не знают. Евангелие, если он это исказит, не проповедует, его не спросят. Но если ночью сейчас постучали ему, а написано «остерегайтесь», а попов легко вытаскивает. Бабушка заболела, причастить надо. Он распахнет дверь любому, со скрежетом зубовным, но должен идти, иначе его запретят служение. Придумали, не причастился перед смертью, а он рот-то раскрыть не мог. Главное ему, чтобы рот разжать челюсть и зафиксировать, чтобы дал ему причаститься. Его исключат из сана. Вот как мы привыкли-то. У нас столько всего наносного, что нам не в проворот. Я сколько раз говорил, соберитесь кто-то, напишите патриарху. Праздновать покров, который не празднуют в Греции. Зачем это? Событие все под сомнением. Ну отпразднуйте Курскую дугу. Покров Божьей Матери. Это переломный момент в Отечественной войне был. Молились. Явление было Божьей Матери над Курской битвой. Да для немцев было. Немцы пишут об этом. Не пойдут на это. Уперлись туда, в 7 век где-то. Нужно ли это? Ну скажите, первый раз отбросили от Москвы, это что-то значило или нет? Ну туда битву под Москвой. Разблокирование Ленинграда. Не отдали Сталинград. Смотрите, сколько 5 моментов, где можно, ну, можно все вместе взять, называть и молиться своими словами. Говорить не Сталинград, а Сталинграде, там я добавил. Это можно сделать. Такие мастера, они еще будут биться, там битва между ними будет, кто переводить будет, как по Сталинградам. И орден тому, кто это придумает. Так вот, у нас служба-то вся, как говорит Феофан Затворник, она божественна. Если бы понимали люди, то никакой проповеди не надо было бы. Люди-то не понимают. А сектанты поют такие простенькие, но непонятные, они близкие слова. Вот смотрите, косари на лугу, когда поют, или другое, дал нам новое имя, нас зовут христиане. А у нас на первом месте православные. Я захожу к заместителю Сурикова. Гляжу большой журнал, великодержавники. Я говорю, а какое отношение? Я поддерживаю их. У них главный лозунг. Я за православие, но против христианства. Вы вдумайтесь, как мы могли себя показать православным, что нас никак нельзя совместить с христианством. Ну, нас-то они знают. Ты на первое, на второе, на третье место христианин, а на 105-е уже православный. Но без этого тоже нельзя. Так, закрывайте двери, не пускайте кого. Вот в газетах была статья в «Московском комсомольце», когда вот это за Матильду стали бороться, Калинин Александр, там это, и ролик снятый, батюшка наш там с ним, когда он был у Сергея парализован. Батюшка, да я нет, я никак. Но он спросил, батюшка, ты его не знает. А он спросил, как общину образовать, где деньги можно брать. Его судят, он сидит, и тогда раскрывается за ним дело. За ним убийство. И убийство непростое. Мать сказала у подруги через коридор, там Софьи-то, она там продала что-то, у нее сейчас 75 тысяч. Он, сын, слышал это дело, сам Александр Калинин-то. Он сказал двум товарищам, наркоманам. И они заговор делают, пришли к ней за деньгами. Стучат, она не открывает, женщина-то знает. Тогда они ушли, проходит маленькое время там, и он стучит, и они рядом прижались, как ОМОНовцы делают. Да я это, тетя Софья, это я, Саша. А, открывает дверь, они мгновенно влетели туда, сшибли, и дальше пытают, как утюг раскаленный, на живот там что делают. Деньги забрали и задушили ее. У них-то план был другой. Чтобы когда они забегут, его оттуда договорился, он вышел, он не просто убийца, он наводчик. Это я не знаю даже, с чем можно сравнить. Дверь не открывает, а я открою. Это сатана сам. И он здесь борется за царя. Теперь открылось. И второе, вторая статья у меня была подделка документов. Он учился по делу подделывать. Ну вот, когда человек больной, там ему дают, что это, бумажки. Он давай, дай продавать эти бумажки. А в газетах пишут, куда ведет дорожка? На Алтай, в Потеряевку. Ну ничего это нет нигде. Это... Но уже в газете прямо такой заголовок. Значит, не открывай никому дверь. Так. У меня тут хотелось я сегодня. Тут у нас один брат уезжал в отпуск за границу. Я с ним поговорил сегодня, чтобы он рассказал, как там был. Но он не остался, поэтому говорить не о чем, когда он приедет. Второе. Просьба Виктора Савченко. Он вел группу одну с Франции. Но сейчас у него уроки открылись французского языка. И он говорит, нет времени.
нет времени. Я знаю, изучать языки — это в голове пожар, если по-настоящему. И поэтому один час, который он вел, там полтора часа, они ему нужны были бы для отдыха. Он нет. Поэтому ликвидировали ту группу. А сегодня у нас, я сказал, который Виктор вел противосектантское, переходит на Сергея Пупкова, он будет вести. В 6 часов по местному времени. А та, тот канал, тот чат, а там большинство наших людей были, они все сюда перешли. Так что помолитесь о нем, чтобы Бог дал ума разума ему, он просил сказать, чтобы помолились о нем. Так, вы знаете, что у вас под ногами сейчас? Что-нибудь живое там есть? Ниже пола. Кошки. Молодцы. Кошки. У нас там три кошки теперь постоянно, храмовые. Черные. Здесь сидят. Так что вот здесь вот лишний раз, когда увидите, что включено, черный шнур, не трогайте его. Замерзали кошки на улице, а мы их за этого кормили, и мы их уговорили, они с нами зашли, каждый день Володя их кормит, утром, вечером. Здесь мышей много, очень мышей, у батюшки там прямо бегают. По-разному. Так что... Так, еще немножко. Четвертый где-то там на улице. Что такое дисциплина? Я кому-то сегодня сделал замечание, сестры, вы даже в мелочи старайтесь не нарушать. У нас в уставе написано, чтобы край подола был не выше 10 сантиметров. Ну что это такая мелочь? Зачем рассуждать? В малом не верен. Одному я сказал, а другому не сказал. Его уже сейчас и нету здесь. Вы, Марийка-то, почему? Это я обязан говорить, но у нас есть сестры, которые за этим смотрят. Сегодня я видел двоим, ну, выше 20 сантиметров. Это только позволь, дальше будет уже колени голые. У нас это не положено. Однажды император Валент пришел на самый шумный праздник христиан крещение. Вода Богоявленская, видимо, была тогда. Но он увидел такую тишину и говорит, такого я у себя, он еретик, такого я не видел, арианин, такого я не видел нигде. Почему от Василия Великого, да и Златоуса об этом говорит. Сначала наведи порядок, потом богослужение. Когда беспорядок туда-сюда, вот это бровного движения в храме идет, это никому не надо, никто ничего не знает. Порядок полный. Вот у нас 7 минут, я скажу, нигде этого православных нету. Нигде во всем мире, и может за 2000 лет не было. А всего ничего, 7 подготовительных минут. За неделю прославить Бога, как мы, чтобы у батюшки было огненное служение, не просто стоял он, каторгу нес эту. Знаю, что ни одно слово не прививается. Слышите меня? Так. Ко мне заходят на собеседование, просятся люди. Вот я показываю их Франция, Германия, Америка. На эту неделю только выставил где-то. Разные-разные люди. Я прошу помощи. Вопросы бывают неожиданные. И хочется в полноте раскрыть. И чтобы это было не больше, чем полтора часа, а вопрос за вопросом идут. Вот новый человек пришел, два Дмитрия пришли, очень искренне. Один, похоже, уже сектантов знает где-то, а теперь у него все стало на место. А другой пришел, был увлекся уже совсем и хотел старообрядца, но натолкнулся на наш канал, мне вопросы задал. Все, теперь я только в церкви здесь, он работает здесь. То есть те люди, которые в поле зрения или, как сказать, влияние моего попадает, чтобы Господь их сохранил. Им так непросто терять то, что они где-то имели. Спрашивают, а есть или нет известия от Романа? У нас был Роман Малыш. Нету никаких. Никита иногда отзывы какие-то делает, но Виталий-то и так, он старается. Теперь просит молитву Виталий, чтобы жена его отпустила на работу в Испанию. Иначе ему с женой не рассчитаться. За алименты он больше 300 тысяч задолжал. Виталий. Он очень расположенный, был нынче у нас здесь. Поет хорошо. Понятно? Ну вот так. Я почти все сказал. Значит, не забудьте, как кончит занятие, к Елене и к Михаилу Петровичу, чтобы, если больница, значит, узнать, где и навестить обязательно. Возьмите что-то с собой. У нас на этой неделе очень много винограда нам поступило. Ну, килограмм 20, наверное. Мы там сделали, я занимался, промыл. Сегодня целую кастрюлю почти. Ночью у нас попарилась
Тыква. Очень вкусная. На туда и сюда, чтобы я сказал. Детям мы здесь дали. Еще можем, мы приносим. У меня все. Вопрос, ответ? Я давай. Скажу, как расшифровывается это НАСА? Национал Аэронаутик Спейс Администрейшн. То есть они еще в космосе администраторами работают. Петр Иванович, разрешите? Администрейшн, да. Самое смешное. Коротко хочу сказать, что на этой неделе было там совещание по Чаевской и по Киевской лавре на Украине. Потому что там разделился, стала украинская патриархия, и ее разрешил Вселенский патриарх, который находится в Константинополе, ну, в Стамбуле. А так как Вселенская патриархия, ну, греческая, это, она считается, византийская, она считается первенствующая у нас среди православных церквей, то главенствующая, да, первенствующая, то она и распределяет, и ее патриарх, ну, там других патриархов собирают, они распределяют те автокефалии, которые могут быть сами по может быть в этой стране, на этой территории патриархат. Так было в 1488 году, когда разрешили патриаршество на Руси. И первый патриарх стал русский патриарх именно. Это все радовались очень сильно. И сейчас разрешили, патриархат разрешил Филарету быть патриархом на Украине. То есть на Украине своя патриархия и все. Но так как еще остается и приходы православной патриархии Московского патриархата, там получаются сильные баталии. И говорят уже, что скоро война на Украине перерастет в религиозную войну. Потому что Донецк за Московскую, естественно, эти там против. И вот должен был там Порошенко присутствовать на этом заседании, но он, конечно же, не пришел. Это понятно, что подготавливаются какие-то провокации, естественно, что просто так Киевский патриархат не оставит это все. Все закончится тем, что это будет просто Киевский патриархат. Все, там не будет ни Московской патриархии, никакой другой. Это все понятно уже. Но надо молиться за то, чтобы это все было мирным путем. Это все православные люди. Но вот эти наши грехи, как говорится, которые нас в рай не пускают, они доводят до того, что у одних амбиции больше, чем у других. И сейчас уже этот Филарет молится за этих неонацистов, и говорят, это уже фашистующий там он патриарх и так далее. Но все это, конечно, глупости великие, потому что тогда этот прокоммунистические все у нас были, тоже ничего хорошего нет. Спасибо, мистер, за повод для молитвы понят. Да. Галина. Я хочу немножко вас, Игнат Тихонович, дополнить по поводу устава. Сестры, мне немножко стыдно за нас. Вот за братьями не замечается ничего. У нас то юбки подпрыгивают, то рукава три четверти. В уставе написано, руки закрыты до кистей. Ни один брат у нас не ходит в рукавах три четверти. Будьте тоже к этому внимательны. Но не нужно прикрываться там палантинчиками. Это несложно купить одну кофту и ходить в ней в храм. И второе, Татьяна Александровна, просили молиться о вашей внучке. Скажите, как ее здоровье, Софья? Ну как я скажу? Во-первых, я о том, что с ней случилось, я узнала через три дня. Ее родители, знаете, вот вторая бабушка Сонина, она очень эмоциональный человек. Ей стоит в автобусе наступить на ногу, она будет потом две недели об этом сожалеть, об этом рассказывать. Тем более, если ей сказать о внучке, что она попала в аварию, с ней надо врача сначала пригласить, а потом с ней сидеть. Вот и они не хотели ни той, ни другой бабушке не рассказывать. Поэтому, значит, ну как получилось у них? Вот насколько я знаю, сын читал протоколы милицейские. Она переходила дорогу на переходе, который стоит посреди там этой трассы вот из научного городка, когда ехать. Там светофор. Она шла, не нарушая дорогу, потому что рядом остановочный пункт, там стояли люди. И за нею следом тоже шли две женщины. И она переходила по правилам, по всем. Мужчина этот на легковой машине гнал на большой скорости. Когда он ее сбил на переходе, он затормозил, еще после этого юзом проехал 10 метров. На тормозах уже на скорости 10 метров. Женщины, которые шли за ней,
значит, сразу вызвали скорую, вызвали милицию. Он после этой аварии никуда не сбегал. Он просто вышел, говорит, стоял сначала, смотрел, что там творится около машины. Потом подошел. Еще у него в кабине сидела женщина на первом сиденье. Жена там, она ему или дочь, непонятно кто. Ну, в общем, потом он, когда подошел, женщины стали его такими, ну, хорошими словами называть там и всяко-разно. Он не мог ничего сделать. Он потом, только уже когда скорая подъехала, он предложил, ну, давайте я помогу ее в машину занести. Ну и все, скорая уехала, подъехала, потом милиция. Он не сбегал, он давал показания. Женщины, которые вот это все видели, вызывали, они тоже задержались, не поехали на работу, не бросили это в дело. Они тоже дали показания свои в милиции. Ну, все, что вот я знаю, это со слов здоровья. Здоровье, значит, я не знала, вот только благодаря Наде узнала, что у нее перелом таза. Единственное, что я пришла, у нее, значит, небольшой синяк на лбу, там маленькая царапинка и фиолетовые глаза. Потом, значит, фиолетовые локти и колени. Дальше она мне ничего не показала, не сказала. А ну, это ставят ей лечение, значит, физиолечение на глаза, физиолечение на этот позвоночник там, катоды, аноды какие-то это самое делают, и все. А оказывается, вот еще про перелом таза, то ли Таня сама не знала, мать ее, то ли не хотела мне самую большую эту говорить. Такое вот. Сколько лет? Ей 11 лет, ходит в 5 класс. В 7 утра, в 7:15 утром это произошло у них. До этого, по дороге в школу, да. До этого вот первые 4 года ее родители возили. Потом возил старший брат. Но старший брат сейчас уехал у них, поступил в училище военное далеко, в Челябинске. Поэтому вот с 5 класса решили, что она будет ходить одна через дорогу. Уже 10 лет будет ходить одна, ездить на автобусе. В научном городке есть школа ближайшая, но она учится в музыкальной школе еще. И ехать в научный городок на школьном автобусе можно. Но потом школьный автобус в 12 часов везет первоклассников, ну, начальную школу. Понятно. Детали нам не столько важны. Да послужит это событие поводом познания Бога. Ваши внучки. София. Да будет она мудрая. Ну, Боже, у меня тоже София в Прибирске. Да. Пару слов про Украине. Когда война закончилась, там униаты были. Всех постарались загнать в органы НКВД. И поэтому то, что сейчас, ну куда, православную. Потому что здесь сергианство, патриархат полностью соединился с безбожной властью. И поэтому на это надо смотреть еще и то, что посеяли, то и пожинаем. Не просто так Порошенко, он мог бы не прийти, и патриарх был бы другой. Это не без Божьей воли. Тысячи людей молятся, лавра там все. И однако идет все как занаряжено дальше. Поэтому не надо, Господи, любыми путями дай, мы не знаем, где спасаться и когда. Бог иногда нас вытряхивает из нашей одежды, чтобы мы поняли, что на нас есть. Вот так. Достойно есть такого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославно об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии.
Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бога Иегова. Дух Святой да доставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Песнопение, трапеза, занятие. Песанечка, это просто Андрюша. Давайте я взял. Я уже все, я уже семена, домашки, отвечу.